Всем привет, приветики, канал Айка ТВ, с вами Павел. И мистер Кис! Мы начинаем играть в новую игру «Фиксики книжки». Из приложения Kids Corner. У нас сегодня на обзоре книжка «Холодильник». Холодильник, вау! Дима Димыч! Да, смотри, Павел! Он делает уроки! Дим Димыч делает уроки? Точно! И жвачка надувает! И надувает жевательную резинку! Ой, как он смешной! Посмотри на него! Ну что, давай делай уроки! Математику делай, да! Побыстрее будем гулять! Дим Димыч! Смотри, смотри, он надувает! Хватит тут шарики! И жвачки лопается! Кончено. Быстренько! Быстро вон! И хорошо! Жвачку приклеил на учебник английского! Тебе ты, Вода! Помоги Симке догнать! Я был! Уворачивайся от препятствий! Итак! Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ! Будьте в курсе новых серий про фиксиков! Ой! На канале Айка ТВ. Смотри, смотри, Павел! Прыжок! Ой, я упал, ой. Споткнулся. Да. Спокойно, сейчас будет все нормально. Прыжок! Иди, спрыгай! Да-да-да, прыгаю, Павел! Прыгнуться надо! Да-да-да! Молодец! Нолик, стой, мы сейчас тебя поймаем! Прыжок! Прыжок, прыжок! Вот! Ой! Нолик попал в жвачку! Да! Ха! Теперь ты, Вода! Вода! Теперь ты, Вода! Ой! Симка, помоги! Я прилип! Сейчас мы тебе поможем! Помоги Симке освободить Нолика! Мистер Кис, давай! Да-да, Павел! Ну давай, Симка! Ой! Нолик, вылази отсюда! Нолик! Ну же, Нолик! Какой ты... Не получается, Павел! Ой, мистер Кис, не получается! Нет! Не бросим! Но боюсь, Нолик, ты влип надолго! Дим-Димыч, помоги! Дим-Димыч, иди к нам! Куда сейчас он придет? Что случилось? Вот эта белая куча схватила Нолика и не отпускает! Ой! Это же моя жевательная резинка. Жвачка. Спасибо, Дим Димыч. И как же мы будем меня от нее отлеплять? А, я знаю. Ее надо заморозить. Я однажды села... Заморозить? Мама мои штаны положила в морозилку. Жвачка замерзла и легко отлепилась. Вот так вот. Интересно, Павел. Не волнуйся, Нолик. Я буду с тобой. Нолик, не переживай. Все будет хорошо. Да, мистер Кис? Я так тоже думаю. Вот это да! Вот это морозилка! Это ненадолго! Нолик, держись! Симочка, держись! Зачем еще держаться? Жвачка сама меня держит! Вот именно! Симка, а почему в морозилке так холодно, если снаружи тепло? Он замерз! Сейчас объясню! В холодильнике есть насос, который гоняет специальную жидкость по замкнутой трубке. Часть трубки находится внутри холодильника. В ней жидкость превращается в пар и забирает тепло. Эта часть трубки охлаждается. А та часть трубки, которая осталась снаружи холодильника, наоборот, нагревается. Это потому, что в ней пар снова превращается в жидкость и отдает тепло, которое забрал изнутри. Вот так. Тебе понятно, мистер Кис? Понятно, Павел, понятно! Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Ставь лайкосы! Найди каждому продукту. Колбаска! Так. Колбаску! Что положить мы будем искать, человек? Колбаску? Да! Хорошо. Молочко! Что ты еще хочешь, мистер Кис? Молочко. Понятно. Ну, а я, наверное, яблоки положу. Яички! Яйца. Так, третье яйцо. Одиться. И четвертое. Одиться. Баночка с помидорами. Ага! Одиться. Сыр! Сыр.
Я очень люблю сыр. Сыр, мистер Кис. Да! И кастрюлька. Это мороженое, наверное, было. И кастрюля с плиты. Отлично, задание выполнено. Ой, Молик замерзает. Бедненький! Что выбрать, Симки? Мороженое! Не замерз. Мороженое! Мистер Кис, выбери мороженое. Корабль! А ты выбрал путешествие. Варежки! Выберем варежки. Это мы издеваемся. Это мы пошутили, ребята. Ага. Жди меня здесь. Дим Димыч, открой! Дим Димыч, открывай! Симка хитрая! Ну что? Помоги Симке выйти. Симка убежала. В поисках теплых вещей. Жизнь Фиксика полна всяких опасностей. Что сейчас будет? В морозилке Фиксик может сбиться с пути и замерзнуть. Найди Фиксика в холодильник. Сейчас, сейчас! Замороженных продуктов. Так, где, 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 где? Мороженое, рыба, вишня. Молодец, как ты быстро. А где он? А где? Где? Где Фиксик? Что? А вот он. Молик. Спрятался. Смотри, как он замерз. Да ужас. Стоит. Это что? Зазеваться. Стиралка, что ли? Стиральная машинка. Или в посудомойке. Ой, Мора, давай помогать Фиксику. Фиксика из стиральной машины. Так, раз Фиксик. Два Фиксик. Три Фиксик. Я. Давай, 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 теперь я, три. Опа, шарик. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Отлично. Восемь. Хорошо. Девять. Молодец, мистер Кис, ты просто 10. Молодец. Да, я мастер Павел. Мяу. По-моему, всех фиксиков мы спасли. Да-да-да. Ура, задание выполнено. Задание выполнено. Ой. Всегда рискует получить ток. Ой. А если в приборе случится короткое замыкание и начнется пожар, тут уж только ноги уноси, чтобы не пропасть. Ноги Фиксиком потушить огонь. Мы будем тушить огонь. Огонь тушить. Хочу сказать, пожар. Ну это и пожар, да. Давай, помогай, бегай. Я бегаю. Смотрите. Туши давай. Пламя снова начинает загораться. Да, почему-то начинает снова загораться. Надо как можно быстрее тушить. А, всё. Понятно, Павел. Вот стараюсь, снова я стараюсь. Загорелся болтик. И здесь снова. И вот так вот. Ой. Еще загорелся. И последний, наверное. Ага. Вот, достали. Молодец, мистер Кис. А люди... Ведь им вообще дела нет до фиксиков. Любой человек может уронить что-нибудь на фиксика, наступить на него. Да ладно! Ой. Прищемить дверью. Вовремя не увернешься и... Фиксику увернуться от падающих предметов. Вперед, мистер Кис! Да-да, я буду! Вот так вот! Угу. Бегай, так, дедушка! Так, предметы падающие. А вот, смотри, тень сверху. Ой! В сторонку. Ой, входить надо. Ой. Отлично. Чья-то нога была. Уходим. Ой. Убегаем. Мишка. Ой. Это что такое, чашка? И снова мяч. Задание пройдено, мистер Кис, молодец. Спасибо, Павел. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя, фиксики. Ой, Нолик совсем посинел. Да-да, посинел, Павел. В синем холодильнике. Она тебе. Давай уже быстрей! Нолику помочь! Да, тут Нолик совсем окоченел! Варежки для Нолика. Годится! Шапка для Симки.
Ага. Шарф для Нолика. Отлично. Варежки для Симки. Годится! Годится, годится! Ага. Шарф для Симки. Отлично. Так, отлично. Признавайся, что случилось. Признавайся. Ну, что случилось? Ой. А тем временем Нолик замерзал в морозильнике. Нолик, бедненький. Помоги Нолику освободиться. Нолик. Мистер Кис, давайте зубочки, зубочки. Нолик, держись. Молодец. Димыч, Симка, откройте. А некому тебе помочь, родной. Теперь я здесь навсегда замерзну. Павел, мне его жалко. Ой. Ничего не понимаю. Он же был здесь. Бедный Нолик. Где же теперь его искать? Мася! Где его искать? Помоги Симке с Масей. По следам надо идти. Мистер Кис, ты видишь следы? Да, вижу, я им говорю, идите по следам. Вот так вот. Вот так. Отлично. Молодец, мистер Кис. Спасибо. Бедный Нолик. Где же теперь его искать? Помоги Масе и Симке найти Нолика. Поможем, поможем. Побежали. Вон кусочек льда лежит справа. Смотри, следы. Следы. Он растаял, нет, здесь нету. Его здесь нету, Павел. Только наверх. Мася, смотри, следы. Симка в другую сторону. Так. Он же был здесь. Был, да с правой стороны, нет, да, вот растаял. Туда, наверх. И там, где с крепочкой Мася, есть выход. Следы. Я понял, да, я понял, Павел. Точно. Бежим сюда. Ура! Ой, Нолик! Ура! Мы нашли Нолика! Чего ж ты меня напугал? Как ты оттуда выбрался? Ты же сама мне рассказала, как работает холодильник. Я нашел холодную трубу. Молодец! Молодец! Полз по ней, пока она не стала горячей. Маленький Нолик. Тебя нужно срочно охладить. Сейчас я его буду! Не хочу! Я пошутила! Догоняю! Зубы сломаешь. Ты что, ее опять жевать будешь? Нет, нельзя. Конечно. Нельзя. Я знаю, Павел. А нечему было лепить ее, куда попало. Ладно, не обижайся. Пойду в ведро выброшу. Молодец. Смотри, не промахнись. Новое задание. Помоги фиксикам поймать мусор в корзинку. Давай. Мистер Кис вместе с тобой. Вправо-влево. Тыдись. Влево. Ой, вправо. Влево. Ура! Влево. Ура! Центр. Ага. Влево. Ю-ху! Центр. Ура! Молодец. Влево. Ага. Центр. Я вижу, Павел. О-хо-хо, задание пройдено. Ребята, какие мы молодцы. Ты-ты-ты. Ребята, всем пока. Пока-пока. До скорых встреч. С вами был Павел и мистер Кис. Пока, ребята. Пока. Лайки ставь.